Ворвались на последний звонок. Это незаконное Все. Проникновение. Да. Готовьтесь! С окончанием учебного года. Видите, ребят? Вы что делаете? Пиздец. Зайдите. Зайди на место. Я не зайду. Ебать, нас ловит нам. Давай, у меня спина затекла, пиздец. Как обычно. Ну ты долбоёб. И так нихуя не делал 3 года, хоть сегодня, блядь, нормально сделал. Давай, высри чё-то. Высри чё-то. Наконец-то. Давай, уёбище, все ждут ролик уже, пиздец. Все, закрой рот. Мы начинаем этот видеоролик. Гуч тап. Ну что, школота, всем привет. Сегодня мы снимем очень жесткий видос, в котором, естественно, кто бы мог подумать, ворвемся вот в эту прекрасную школу. Топ-фокусировка сначала. Топ-фокусировка от вот оператора. Вот сейчас очень красиво. Возвращайся в кадр, пиздец, интересно. Блять, кресло сломалось. Сегодня мы ворвемся в школу на последний звонок на BMX. Ай, блять, руке больно было. Но, как вы помните, мы уже залетали вот в эту школу. Здрасте, а у вас урок по барспину? Поэтому делать одно и то же нам неинтересно, и я подумал. Чувак, палец в рот не суй, гондурас. Пошел ты нахуй, да я буду сидеть как неудобно, что ты доебался? Че я говорил-то, блядь? Короче, поэтому мы подумали, что же можно добавить в это и так очень хайповое занятие. Как-то я сказал по-уебански. Да, потому что ты уебщик. Мне пришла в голову гениальная идея построить настоящий трамплин. Давай крути. Руки. Который вынесем в центр линейки и начнем ебашить с него трюки. Ух, это очень, чувак, жестко. Корочно. Трамплин. Молча вынесем. Я думаю, директриса просто охуеет. Это сейчас. Незаконное Все. Проникновение. Хорошо. И, в принципе, все остальные тоже. Остановись. Зачем вы меня трогаете? Остановись, говорят. Да и сами мы охуеем. Ебать, такой кипиш, пиздец. Будет как минимум интересно. Надо возвращаться красиво. Вы бы знали, как этого бича сложно было найти. Куда пропал Саша Койрах? Последнее видео на канале он выложил 2 года назад. И я не смог ничего найти по поводу, куда он пропал. Всем пока. Блять, где сейчас Саша Койрах? Короче, чуваки, после последнего видоса Санька, где этот дурачок решил, блядь, в университет проникнуть. Ваня Вип в деканате универа. Не надо. Жизнь отчаш. Я, блядь, вообще не ебу, где он находится. Может, у чела деньги закончились, он решил на работу куда-то устроиться. Я уже и в Макдональдсе был. Не подскажете, Саша Койрах работает тут? Нет, у нас здесь нет никого. И в Пятерочке был. А мне подскажете, Саша Койрах у вас работает? Что? Саша Койрах. Что? Работает у вас? А то найти его нигде не могу. У нас не работает. Всего хорошего! Но этого гондона нигде нет. Думаю, что надо спросить в служебном помещении. Есть тут-то? Пиздец, куда я попал? Ёбаный рот. Санек, по-любому этот гондон в мусорном ведре. Не, нихуя. Может, тут в холодильнике? Йогурт, сок, помойку, чай, пиздец. Сука, где же его искать-то, блядь? Его больше никуда нахуй не возьмут, у чела мозгов просто нету, и, блядь, высшего образования теперь тоже. Но недавно мне кидают фотку мусорки, где сидит бомжара, очень похож на Санька. Силы в пиве, вон, блядь, на Мальдивах отдыхает, нахуй, парнишка. Поэтому я сейчас поеду искать эту мусорку, надеюсь, этот бич там. Немного позже. Я так заебался уже искать этого Санька вашего. Мальдивы, сауну, смотрите, блядь, здесь этот бомжара, походу, валялся. Ну, пока что даже не знаю, где он. О. Здорово, мужики. Привет, да. Это, слушайте, а Санька знаете? Велосипедист, что ли? А, где? Сань, тебе это гости пришли. Тут живет Санек? Нифига себе. Пиздец, блядь. Ты чё, блядь, тут забыл? Ролики, блядь, где? Уёбище. У тебя, блядь, ты знаешь, какая дата? Какая последние дата? Звонки, блядь, скоро. Заново. Последние звонки, блядь, скоро.
Последний твой кишелёк. Видео можно было бы сделать хайповое. О, нихуя себе. Сейчас пожру, можно и подумать. Спустя 1:37. Блять, смотрит пиздач. Вот что, да, да. А что такого? Ничего, блядь. Ну все, до свидания. Тогда. Мне кажется, у меня есть идейка одна. Смотри, чувак. Ну, раз идея есть, тогда... Вытащи меня, шлюха, я обосну. Да я сам не могу. Блядь, помогать этому бичу. Вот он вышел, свет видосов не было. Здорово. Пиздец, сейчас пищу что. У меня руки ебаные засел. Отдай, блядь, помойка ебаная. Ладно, помогу. Вот он вышел. А зачем он тут? А? Зачем он это делает? Надо. Кому надо? Видели такого бомжа когда-нибудь? Я первый. Это бомж-спортсмен. Представляете, этот бомж сейчас в школу поедет. No comments. Надо помыться сначала. Ебать, ты как будто ссышь. Так я ссу. Пошли, блядь, уже. Все, пока, бить. В общем, как вы поняли, если не хотите становиться бомжом и валяться в помойке, из универа лучше не отчисляться. Но это не точно. И, кстати, да, идея построить трамплин на последний звонок пришла мне, сидя в мусорке. В принципе, такая идея только там и могла прийти в голову. И я думаю, вы все уже задались вопросом, а что за хуйня у меня на лице? А что с ебалом? Представили? Его ебучку. Да, я набил татуировку. И больше всего этому обрадовались моя мама. Совсем на лице, ну ты вот ты дурак, тебе 20 лет. И моя бабушка. Какая тебе наколка? Ты чё, тракторист, что ли, в деревне? Сейчас надо будет маме позвонить, спросить ее реакцию. Она, наверное, обрадуется. Ну, короче, я тебе что, по видеосвязи-то звоню? Вон, что показать хотел. Ну, зачем? Ну, ты вот ты дурак, тебе 20 лет. Ну, все, что, пойду сводить тогда завтра. Сведешь, короче, пообещай мне, что ты сведешь. После такой жесткой реакции я, конечно, немножко расстроился, но через 15 минут меня ждало вот такое приятное сообщение. Слава богу. Ну что ж, теперь самая главная реакция. Реакция бабушки. Короче, я приехал сейчас к бабушке. Я купил пластырь, который сейчас наклею на лицо. После этого сорву себя. Я думаю, нас будет ждать очень яркая реакция. Но это же уродство. На самом деле страшно, пиздец. Да-да. Я. Ну, сейчас посмотрим, что скажет. Я правда не знаю, как бабушка к татуировкам относится. Сейчас вместе узнаем. Не видно же ничего? Надеюсь, что нет. Чё у тебя здесь? Да я поцарапался чуть-чуть. Ну точно тебя никто не побил. Точно. Сейчас спрошу, как она относится к татуировкам. А, кстати, ты как к татуировкам относишься? Ой, не люблю. Не надо. Не надо, Саш, не порти себя. Красивые татуировки я ни разу еще не видела. Ни разу. Саш, не надо. Ты ребенок еще ребенок. Какая тебе наколка? Ты что, тракторист, что ли, в деревне? Передача была на тему татуировок. Ну это же уродство. Очковый сейчас будет говорить про татуху. Но надо уже все. Собрались. Я мужик. А ты на лице не видела вживую татуировки ни разу? Вживую не видела. По-моему, у этого Моргенштерна есть, да? Но у него со вкусом сделано. Смотри, бабуль. Ой. Это где ты делал? В Москве. Вот этот дядька-врач убил свою жену. Расчленил, отвез, закопал. Ну, в общем, как вы поняли, за татуху меня никто в итоге не убил. Она маленькая, аккуратная. Так что можем спокойно возвращаться к последнему звонку и нашему трамплину, который осталось всего лишь построить. Учитывая, что до этого момента я даже инструменты в руках не держал, построить кикер было пиздец как сложно. У тебя есть лобзик? Лобзик? Ну да. Это трамплин сделал. Нету. Блять, где лобзик взять? Лобзик ебучий хуй найдешь. А у тебя есть лобзик? Надо кикер сделать по фасту. Нет. Вспомнил, что у меня дед есть. Если дед, дед, короче, не дает лобзик, мы его съедаем.
заберет пацаны. Походу, твоего деда кто-то съел уже. Я его покопал, сука, прямо до костей, до кустей. Да или нет? Алло. Да-да. Ну как там с деньгами? А? Это у тебя есть лобзик? А? Лобзик есть? Нет. Ты ошибся номером, друг. Нет, ну ладно, давай. Ты пьяный или кто? Алло, Артем, привет. Слушай, у тебя есть лобзик? Скажи, нет. Сука, так сложно лобзик найти, оказывается. Я вообще не думал, что в этом проблема будет. Может, мы проверим на чем-нибудь? Может, он разгнил? Так, сейчас проверим лобзик Игоря, который сгнил. Он его, блядь, сломал. Сука. Ну, может, он магическим образом починился? Давай на ноге твою. Ну все, едем пилить деревяшки ебаные. А вот это что, блядь, происходит? Это, чувак, мы в будущем идем, мы сейчас такие же будем. Помню, как я тебя тут напугал, и ты обосрался, как не знаю кто. Сейчас напугаем Игоря. Там пиздец было. Короче, приехали за деревяшками. Таскай раб ебан. Деревяшки, рабство и стройка. Ебать, вот за это не мамка ебал сыну. Давай шлюху таскай. Он таскать будет, а я снимаю. Охуенно залазит. Ну по-любому едешь. Вниз или что? Ну кайф. Очень раз. Скачай. Пиздец. Ёбаный. Лучшее воскресенье. Я чувствую, что мы не на ютубе работаем, а на стройке. У меня еще нос чешется. Давай, блядь, держи хотя бы. О, на голову вообще хай. Пошли. Еще ради ебаного кикера. Блядь, налево. Заткнись. Здрасте. А можно у вас воспользоваться розеткой? А что ты хочешь? Да ну фанеру надо рубануть пополам. Все? Да. Вот это вот тут. Скворечницу строить. Скворечницу? Вот ты же улетели ее. Скворечник ебаный. Все, рампа готова. А что они сделали? Кровать что? Раскладушку сделали? Все, чуть-чуть осталось. Достаем циркулярку. Страшно, блядь, поставил разу. Ебал, вот это могла быть твоя нога. Ты уметь бы еще пользоваться. Ебать, это очень страшно. Может, ты давай приходи в кабину уже? Я видел кабину. Ногу только не отруби. Подожди. Стой, бомба. Вот это ты крепанул. Ну все, радиус готов. Вот из этого должен получиться нормальный кикер. И такой же. Оп. Оп. И нихуя нет, потому что мы не смогли. Отправляемся строить дальше, что? Ну, осталось самое легкое. Давай, чертежи доставай. Что ты там нарисовал, блядь? Я понять нихера не могу вообще, как делать. Короче, ничего не понятно. Давай с кошкой поиграйся лучше. Поможешь. О, вот это уже интересно. Так, ладно. Держи вот это говно. Вот сюда его клади. Вот. Да меня заминировали, ёпты. Дёрни тапок нахуй. О. Капчи слетели. Фальшивка, ёбаная. Натяни верёвку, пожалуйста. Сейчас не будет верёвки. Натягивай. Вот он легендарный штрих. Молодец. Я домой. Ну, чувак, очень мощный. Пропилочный цех. Чувак, вот сейчас самый ответственный момент. Ну нахер. Дымок что-то какой-то странный. Это победа. Ну, чувак. Ну, как будто топ. Так ставишь? Ебать, это очень жестко. Нарисовал красиво. Уже собирается потихоньку. Очень чистый, блядь. Я сверлить нихуя не умею. Да, блядь, ты нихуя не умеешь. И таких болтов вообще миллиард. Да, блядь, неровный, нихуя. Да си шлюху, блядь. Держи пальцем. Да как? Я сверлить не умею. Держи, говорит, чё. Комар кусает, быстрее, блядь. Ай, сука, у меня уебав во все щели. Классно закручено, блядь, все торчит хуя. Хуйня получилась. Ай.
к этому жизнь меня не готовит. Шлюха, да и так тяжело, блядь. Блядь, не смешите нахуй. Давай. Вот так охуенно. Давай крути. Мышцы забились, блядь. Я не умею. Криворуки. Молодец, Кукольчик. Финальный бой. Он даже не разваливается. Выносим корабль, ебаный. Ой, блядь, думаю, кошку наступил. Короче, кикер готов. Вот он. Но время час ночи, мы не можем уехать. Нас никто не может забрать. Кикер пешком нести очень далеко до нашего дома, поэтому мы сели на перекус. Классная пицца. За 39 рублей. Оп. Блять. Я еще взял себе бычки. Блять, как открыть-то? О, блядь! Хуёбище! Ты кого-то обозрался? Палец в жопу засунул. Как вытереть это? Главное, кикер тут стоит. Об него, блядь, и вытер. Блядь! Убираем говно за Сашей Гориком. Лайк, подписка. Долбоёбы, не пойму. Очень хочется спать. Как попасть домой, мы не знаем. Я когда-нибудь уйду, блядь, реально. По факту. Короче, я сгонял к Саньку, взял у него велик. Сейчас будем, как в цирке, блядь, как-то ехать. Ну, блядь, у нас вариков нет, мы все, выдвигаемся. Ну все, вот так и едем. Поехали. Сука. 5 метров не можем проехать. Дубль номер 2. Господа, добрый путь. Ебать, чувак. Время без 23. Скоро кататься. Новый девайс, блядь. В нашу коллекцию девайс. Все, вот тут охуенно. Не мешает. 3 секунды спать. И на последний звонок. Все, короче, пока. Итак, друзья, вот наконец-то настал этот легендарный день. Мы, как обычно, проспали. Время 4:18. Молодец. Ты че, шлюха ушастая? Раздвигай жопу, блин. Уходи. На следующее утро. Мы должны были встать в 7 утра. Сейчас уже 8:43. Как так, сука, проспали? Это пиздец. Погнали быстрее будить этого. Открой глаза. Сука, я только встал, блядь, придурок. Доброе утро. Пошел в жопу. Пиздец, мы проспали. Почти 9 уже. Я снимал. Хоть и очень сильно хотелось спать, но мы все-таки взяли себя в руки и постарались вспомнить, каково это собираться в школу. Наденься, пожалуйста, поехали. Ну, блядь, у меня нету одежды. Я тебя что, должен как маму в школу собирать? Давай, блядь, сука. Ну, блядь, штаны нету. Ну и че ты вот так поедешь? Ты это вот мало. В школу собрался. Блядь, ну из тебя что, новые штаны одевать, что ли? Если их порвет, будет ржачный. Очень рад, блядь, одевать штаны, которые основные, для того, чтобы разъебаться на деревяшке. Нам еще вот эту школу, блядь, вести, домашнюю работу твою. Труда сделай с физруком. Ни разу был, ни разу не был. Пиздец, как сраться хотел. За школе срать. Ну что, сделай что-нибудь. Такие, блядь, пиздец простые, а кататься не умеют. Ну ща, бар. Так, давайте посмотрим, как ебырок сейчас пизданется. Ладно, сейчас. О! Сделай. Давай, чувак, не упадешь, блядь. Не упадешь ты, блядь. Ебаный издеватель. Так, меня велик приютит, пизда зубам. На последнем звонке так. Очень страшно, блядь. Ебаная смерть, блядь.
каким образом, блядь, я на последнем звонке сделал? Суицид ебаный. А у меня целый список школ со временем, во сколько начинается последний звонок. И в этой школе последний звонок начнется еще не скоро, поэтому мы сейчас поедем в другую школу, в которой он вот-вот начнется. Надо поспешить. Погнали. Погнали! Приехали в школу. Чего мы, блядь, придумали? Я в ахуе. Ебать, ты купил. Хайп. Фух, короче, идем разведать обстановку, как там линейка началась, не началась. Чтобы, если что, ставить кикер уже и делать трюки. Это жестко. Итак, мы уже на территории школы. Ну, кстати, пока изи. Бля, чувствуется охуенно. Сейчас надо посмотреть, что там линейка, идет, не идет. Если идет, то сразу приносим кикер и врываемся. Пиздец. Очень жестко. А? Очень дохуя линейка. Очень дохуя линейка. Это жестко. Там жаль, еще какое-то вручение сейчас дипломов или что это такое. Будто вот сейчас можно прям взять и сделать, да? Что думаешь, сделаем? Ебошим. Ебать, это жестко. Сейчас вам надо будет вынести кикер в центр линейки. Мах, это страшно, коленки трясутся. Я никогда такой хуйней в своей жизни не занимался. Ну все, выдвигаемся. Да, Игорь, если нас будут пиздить, защити нас, пожалуйста. Я последний раз в 8 классе был. Ебать, жестко. Тема, как обычно. Неси как-нибудь быстрее только, чуваки. Неси, неси туда-то. Вот сюда налево. Итак, представление. Все хотят ко мне на шоу. Готов, чувак? Они, чувак, несут на похуй вообще. Они поставили. Пиздец. Здравствуйте. Мы шоу показываем. Все, уносим. Камеру отдавайте, пожалуйста. Давайте мы унесем. Нет, камеру отдавайте. Ну, камеру вам никто не даст, вы же понимаете. Давайте мы унесем. Забираем. Все, все, уезжаем. Хорош! Я хочу унести. Я не знаю, кто это. Всем пока! Поможешь мне? А? Нет. Все, извините еще раз за беспокойство. Счастливо. Бля, чувак, я даже вылететь один раз только успел. Да, просто грамоты вручают всем, все стоят с каменными ебалами. Мы заехали все. Я еще уебался вначале, я когда... Видел, как, можно? Стрюхи, чувак. Никогда в жизни. Ну похуй, прикольно было, все поржали. Дверь сейчас заблокировали. Нам надо съел, сейчас будет самим как. О, давай через этот. Перекинем, похуй. Там что? А, ну классно. Хорошо. Расскажете где-нибудь. Это вот расскажете. Вас никто не учит. Да что вы говорите? Да. Ну хорошо. На каком основании вы что делаете? Вы сейчас все. На самом деле. Мы не знаем, кто вы такие, что вы на территорию принесли. Ребята, остановитесь. По-моему, тут очевидно. Это незаконное все. Проникновение. Давайте вам очевидно, на чем и зачем мы здесь были. Деревяшка и два велосипеда. Я не знаю. Нас все там знают, все хлопали, вы сами слышали. Вы должны были получить разрешение от директора гимназии. Хорошо, я вас понял. Зачем вы меня трогаете? Остановись, говорят тебе.
Все, да до свидания, не трогайте нас. А, да что? Да не трогайте, вам сказали, не трогайте. Отпустите, успокойтесь. Не надо лазить через забор. Вы зачем меня трогать? Не надо лазить через забор. Вы сам решил. Что делаете вообще? До свидания. Вы нарушаете. Вы тоже нарушаете. Вы первый нарушили. А ты какашка. Ты попка. А ты писька. Либо вы находите, либо да объявляем вас розыск. Раз. До свидания. Да, окей. Всего хорошего. Нормально, вы ко мне пришли по закону. А что мы незаконно? Мы вошли в открытые ворота. Мы даже не перелазили ничего, понимаете? Обратно вы нас закрыли, конечно, мы перелезли. Ради бога, подавайте в суд. Да мы не будем на вас. Ну, вы молодой человек, не знаю. Вы представиться не хотите? Нет. А почему так? Вы общаетесь сейчас с нами. Я не общаюсь с вами. Здравствуйте. Дело в том, что эти молодые люди во время прохождения линейки проникли на территорию нашей гимназии. Что вы там делали? Показательное выступление. Ворвались на последний звонок. Нам еще надо ехать дальше по делам. Я понимаю, что вам еще надо ехать. Ваня! Спасибо. Ребят, подождите. Зачем? Вы все, хотите значит... скрыться с места происшествия? Какое место происшествия? Санек, не разговаривай. Подождите, вы куда пошли? Куда вы уходите? Не трогайте меня. Не надо, не уходите. Подождите, мы по делам. Видите, на вас будет писать заявление. Ребята, слышите меня? Мы ждем, на вас хотят писать заявление. Ну, вы с места происшествия хотите скрыться. Ради чего? На вас хотят писать заявление. Пускай пишут. Вы задержаны на 3 часа. Ну что, товарищи, куражились? Блин. Хоть сайпанули? Не дали. А? Но... Кто вам разрешал на территорию школы проникать? Так там открыто было. И калитка была открыта в то время, когда выходили дети. Мы подождали, пока ее откроют. А вы придумываете, у меня на видео все есть. Прям на пуху несите. Неси, неси туда прям. Я ничего придумывать не собираюсь. У меня камера. Вы придумываете трюки. Заявление писать директор школы. Да мы не будем на вас. Ну, пишите. Я все ваши ролики наблюдаю. А мы их делаем. Что, вам понравилось выступление? Да, понравилось. Как ты упал-то фейл сделал? Так задумано было. По-любому. Чего мы выиграем? Фотосессия. Хули ты выберешь? На тебе. Нихуя. Вот это подумал. Вот это сейфку. От души. А нас ты чё? Да мы поделимся. Чё, всё у вас, школа закончилась? Да. Хорошее завершение. Самое лучшее это чё? Вы поставили трамплин, типа даже никто не шелохнулся. Мне кажется, мужики спасибо за веселье будут. Самое лучшее. Ладно, давай. Давай. На зону. Раз мы так легко прошли туда вот с этой деревяшкой здоровенной, с двумя великами, ну что же ненормально. Тем более с тумбочкой с такой. С тумбочкой бы делал. Что директриса говорит? Хулиганите вы, говорит. Игорь, работать. Отправили обстановочку. Вот сейчас классная обстановочка. Вчера я еще подумать не мог, что мы кикер будем класть сюда. Вот из этого должен получиться нормальный кикер. И такой же. Оп. Оп. Ну, слышь, главное не потерять это. Ну, кикер, наверное, в шоке, где он оказался за последние 24 часа. Скворечник. Выпускник. Спасибо. Благодарю. Да ладно. Вроде компактные все. А то 94 выдвинулся. Че, велики задели? А у нас друг их забрал. Лучше бы он эту бандуру забрал. Короче, бомжа привезли в отдел. Кикер с нами, это самое главное. Отдел полиции. Их разыскивают, он там чувак, будет скоро Сашквар. Отдел полиции номер один. И вот тут топ в Росгвардии. Камеры выключаются, на территории отдела съемки запрещена. Окей. Короче, нас продержали за решеткой 4 часа. 3, сука! 3 часа. Мы дали объяснение и съебались домой. Ура! Итак, это обзор на Диму Маликова. Итак, это обзор на Игоря Мухачева. Пошли, долбоёб, опять врываться в школу и радоваться жизни. Зайдите на место.
Из школы, говорю, выйди. Здорово. Но я дядя из 90-х, я могу по-другому. Пизда, страшно. Ну, сейчас, считай, ворвался в школу. Все, прощайся. Пока. Подписывайтесь, ставьте лайки.